Кино на ТВ Рус. Счастье Вари – это маленький сын, которого она так сильно любит. Знаешь, бабуля, мне дядя Паша понравился. Только люблю я все равно маму и тебя. И его потом полюбишь. Правда? Правда. В ее жизнь приходят люди, но ни один так и не задержался надолго. Должен быть какой-то предел этому. Беспредел. Не кричи, пожалуйста, там Вовка спит. Сколько сил я угробил, чтобы доказать, что я лучший. Когда дядя Паша вернется? Наверное, никогда. Ребенка жалко. Она продолжает верить в то, что все же найдет свою любовь. Может, попробуем все сначала? Замуж тебе надо, Варька. Варь, слышишь, давай поженимся. Метелюша ушла. Устала и пошла спать. А завтра она вернется. Все будет хорошо, мамочка. Нужно верить в хорошее. И тогда судьба подарит тебе новый шанс. Метель. В субботу на ТВ Рус.